Всеукраинский этап международного студенческого конкурса «Мост китайского языка» прошел в Харьковском национальном университете. К участию в нем пригласились 9 победителей регионального этапа из всех институтов Конфуция в Украине. Китаисты показали уровень владения языком, знания в области культуры, истории, искусства и литературы. Обязательный этап – номер художественной самодеятельности. Участники соревнования пели на китайском языке, исполняли национальные танцы, демонстрировали искусство каллиграфии и тайцзи-юань. В этом году конкурсу мирового масштаба «Мост китайского языка» исполнилось 15 лет. Он проводится ежегодно и открывает возможность для демонстрации языковых знаний и межкультурного обмена студентов по всему миру.